И первое место, естественно, за Локомотив в группе забронировано. Догнать Локомотив может, естественно, Атаман, может еще кто-нибудь. И Алексей Макаров! И Макаров в стиле Никанорова. А все дело в том, что Макаров должен был сейчас, видимо, меняться. Может быть и нет. Но, в общем, Никаноров готовится выйти на площадку. Друг друга здесь поздравляют игроки Локомотива и сердечками, и сердечками. В общем, как угодно. Ну, а Макаров забил действительно здорово. Красиво. Наверное, этот гол самый красивый в этом матче. Ну и, наверное,